Так, 12:45, 27 октября 2022 года. Пришел таки мячик гимнастический с эффектом антивзрыв. Сейчас буду проверять его. Нет, не на то, что он взрывается или нет, а в целом на то, что получится ли с него что-нибудь годное или нет. Сейчас его надую. Вот такие вот внутренности. Насос, к сожалению, на ручной тяге. Но те, что были с помпами, те шары диаметр имели очень маленький. А у него же был побольше, 75. А у них только такие насосы шли. Ладно. Буду накачивать. Ох, и запаривайся сейчас накачивать его. Ладно. Пожелайте мне удачи. А, время. Что там, 12:46. Обед в самом разгаре. Надеюсь, успею затестить. Так. 12:57. Почти 10 минут ушло на всю эту накачку. Фу, я еще с минуту где-то передохнул, потому что руки реально охренели. Очень забивает качать такие объемы. Вот такой вот шар получился. Ну, естественно, его не стоит так использовать. Я его чисто для демонстрации так делаю сейчас. На сам шар надо садиться. Не знаю. Потяни, думаю, видно, насколько он проседает. Реально кайфовые ощущения. Чуть не грохнулся. Посмотрим, как это способствует прокачки мышц, а вот спина будет лучше функционировать. Ох. 3 июня. Лопнуло подо мной. Херня полная, не берите. Вес у меня сейчас 110 килограмм. Хотя заявлено, что херня это... Блять, это что за мотоциклист? Это чтоб он... Паскуда. Херня полная это насчет того, что 300 килограмм удерживает. Нихера он не удерживает. Мои 110 он не удержал. Конечно, спина побаливает еще. Зла не хватает на этих кулаков. Балабола.